Всем привет! Смотря на эти создания, как ловко держатся на отвесных скалах, возникает вопрос. Как им это удается? Они вообще знают про законы физики? А теперь серьезно. Как? Как горные козлы держатся на отвесных скалах? Давайте вместе выясним. Дикие козлы – это животные горных местообитаний. Они очень ловкие и выносливые, способны лазить по голым скалам и выживать на скудной растительности. У некоторых экземпляров можно увидеть и безволосые мозоли на коленях передних ног. Уже ни для кого не является секретом, что горные козлы – это удивительные существа, способные восхищать нас своей ловкостью на скалах. Их способность удерживаться на крутых склонах и вертикальных поверхностях вызывает действительно удивление и восторг. Но это только всего лишь потому, что у них есть несколько удивительных сверхспособностей, которые позволяют горным козлам держаться как скалолазы, даже если уклон, казалось бы, вообще не может позволить никому забраться, учитывая угол отвесной скалы. Во-первых, горные козлы обладают приспособленными копытами с мягкими подушечками, которые и обеспечивают надежное сцепление со скалами, как бы обхватывая камень, на котором они стоят. Подушечки увеличивают площадь контакта и создают силу трения, что и помогает горным козлам сохранять устойчивость, даже на самых крутых поверхностях. Заодно это и позволяет держать довольно хороший баланс, примерно как кошки. То, что вы сейчас слышали, можно легче понять, если вы посмотрите видео, как верблюды топают песок со своими мягкими копытами. Или слоны. Когда они также ходят, то можно увидеть, как нижняя площадь стопы значительно увеличивается в размере, якобы разбухая. Во-вторых, горные козлы обладают сильными мышцами, особенно на задних ногах. Эти мощные мышцы позволяют им выполнить точные и сильные прыжки между скалами. Животные могут перебираться с одной точки на другую, используя свою силу и гибкость для поддержания равновесия и устойчивости. Кроме того, горные козлы обладают отличным чувством равновесия и координации. Они способны контролировать свою позицию и движение на скалах, приспосабливаясь к неровностям. Даже во время длинного прыжка, тем самым в полете до приземления адаптируя свое тело, подстраивает ее таким образом, чтобы удачно приземлиться. Их длинные и гибкие ноги позволяют им принимать необычные позы, а также балансировать на краю скалы без потери равновесия. И в-третьих, горные козлы имеют превосходное зрение, что и помогает им обнаруживать опасности и находить стабильные точки опоры на скалах. Они могут пристально наблюдать за окружающей обстановкой и быстро реагировать на любые изменения,